террористическая группировка «Гюрза» совершит так называемый акт возмездия в Москве. День для священного акта уже назначен. Все на улицу в кафе «Бомба»! Бег на месте, готовность номер один. Не хочу говорить «победа», чтоб не залазить. Не стреляй. Готовность 2. Мой личный телохранитель. Готовность 3. Следующий год полностью изменит политическую ситуацию. Товарищ генерал. Вот он. Невыполнимое задание. 27 марта в 20:50. Премьера на русском иллюзионе.